Чекушка, ты что думаешь, я за счет тебя хочу посвятить с собой? Я. Через тебя. Ты, ну, уверена, да? Ничего не путаешь случайненько там. Или, может быть, ты пишешь специально про проект Кринж, девчонки, которых ты никогда не видела в жизни, блядь, и даже их лиц. А ты говоришь, что они кринж. Может быть, все-таки ты там что-то пытаешься замутить, так как все-таки кто-то вылетел, да, на первой неделе, и ничего не получилось с этого проекта. Поэтому, возможно, поэтому он кринж, да, резко стал. Зачем ты шла тогда на этот проект, я не понимаю. Тоже, да? Поэтому, и вот это вот никому не нужное мнение, бля. Мы были с тобой в одном сезоне, понимаешь? Это не шестой сезон, блядь, и не пятый, нахуй, тебе отвечает. Это отвечает человек, который, нахуй, которому ты бегала всю вот эту вот неделю, которую ты там пробыла, и спрашивала у меня совет, блядь. Как же мне, нахуй, задержаться подольше? Надеюсь, ты этого отрицать не будешь. И о чем ты говоришь по поводу того, что меня выгнали и побоялись, что я не справлюсь сама? Ну, бля, по тебе реально видно, что вот это вот поколение зумеров, и ты настолько, бля, глупая и не догоняешь того, что когда меня выгоняли, уже все знали, что меня вернут. Ну, да, просто твой мозг не в состоянии это оценить, потому что, как бы, нет-нет, но я в 17 там, или сколько тебе лет было, когда ты лежала в рехабе от солей от своих. У меня, слава богу, до такого не дошло. Поэтому, ну, не тебе об этом говорить. И если ты не догоняешь каких-то там простых, определенных вещей, не открывай рот, не надо. Ну и проект изначально про что? Про девочек, которые, в принципе, сами не могут справиться. Но тебя даже вот на этот проект не взяли. Вопрос, типа, все так плачевно, что не помочь? Или помогать-то и незачем было?